Всем привет, и это вторая часть разбора мема из 2028-го. Погнали. Итак, вот вторая часть, и вы скажете, то что опять на английском, что ли? А я скажу, да, на английском, но я сделал перевод. Вот перевод, можете пока поставить на паузу, тут посмотреть. Кто не знает буквы, сейчас слушайте, короче. Джунглевый кот. На земле никого нет, остались только они. Кошки стали умнее и устойчивее к радиации. Также их лапы снабжены острыми наростами наподобие когтей. В мином состоянии не видно ни тела, ни лап. Ну и так, я вам это зачитал, получается. Ну что мы можем посмотреть? Да, у кота белые глаза. И как мы поняли, та странная улыбка криповая была не, вовсе не улыбка, а просто нос. Можно сделать вывод, что такие когти нужны для разрывания своей пищи, своих жертв, ну или для лазанья по некоторым местам. В апокалипсисе это может пригодиться. Тут написано, что на Земле никого нет, но, как мы знаем, на Земле остался один человек. Но, походу, никто не знает о существовании этого человека. Считается, что все вымерли. И поэтому написано, на Земле никого нет. Поэтому, ну, по прошлой части мема мы знаем, что на Земле все-таки есть один человек. Да. Что нам еще сказать? Ну, не знаю. А в самой картинке ничего сказать не можем больше. Итак, приступаем к теориям. И да, мне кажется, этот белый фон уже вам глаза режет, поэтому давайте-ка я немного ретро наложу. Что я могу сказать? Первая теория такова. Я думаю, что остались еще какие-то животные на Земле, кроме этих джунглевых котов. Потому что, ну, как мы... Ну, то есть на Земле никого нет, вот эта строчка, она, может, означала... Про людей. Вот. Также есть теория, что эти коты, так как о размере их ничего не говорится, возможно, что эти коты, ну, они могут быть либо больше, либо меньше. Но, скорее всего, они стали больше, потому что от более мелких существ, может, можно было отбиться. Хотя, по-моему, в этом случае размер не важен. И вторая теория. Мне почему-то кажется, что они охотятся стаями. Ну, как рыси, например. Хотя не рыси, они же не охотятся стаями. Ну, как волки, например. Хотя они коты. И, насколько я знаю, вот эти вот... Это не когти, это как бы... То есть вся эта кошачья кисть, фактически, она как крюк такой, как коготь. Откуда я это знаю, не спрашивайте. А, ну еще, ну, теории только две пока что, да. Потом, может, еще расскажу. И да, эти коты либо серого, либо бежевого цвета. Ну а так всем пока и с жутким месяцем вас.